Солнце, воздух и вода не всегда наши лучшие друзья. Что делать, чтобы наступление теплого времени года не обернулось чередой заболеваний? Доктор ответит на все ваши вопросы. Поговорим об этом в программе «Звоните доктору». В студии врач, дерматовенеролог, заведующий отделением Самарского кожно-венерологического диспансера Рауф Ихтияров. Программа «Звоните доктору». Смотрите 2 мая в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».